Привет, меня зовут Даша. Сегодня я вам покажу обзор домика вторую часть. Это ванная комната. Ну что ж, давайте приступим. Здесь у нас стоит ванная. Возле ванной лежит такой ковричек. Над ванной висят такие полочки. На полочках стоят духи. В углу у нас унитаз и также коврик для унитаза. И еще там висит туалетная бумага. Дальше у нас принадлежности для уборки. Они стоят возле стиральной машинки. На стиральной машинке стоит порошок. Над стиральной машинкой есть такой светильничек. И здесь также есть такой светильничек. Куклы, если не хотят купаться в ванной, они идут мыться под душем. Потом у нас висят вешалочки, на которых висит полотенце и мочалочка. Дальше у нас висит зеркальце на стене. И возле зеркальца стоит умывальничек. И возле умывальничка лежит также коврик. Такой небольшой обзор ванной комнаты. Все эти подделки вы можете найти на моем канале. И все они сделаны своими руками. Понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. До новых встреч, всем пока, буду рада новым друзьям.